Совмещают приятное с полезным. В Люберцах летом работают трудовые школьные бригады временной занятости детей и подростков. Они открыты в 29 школах. За деятельностью молодежи в лицее номер 4 наблюдал наш корреспондент. Сегодня в плане на день благоустройства пришкольной территории. Перед ребятами стоит несколько важных задач. Побелка и обрезка деревьев, поливка цветов, сбор скошенной травы и мусора. Это наши ребята, наши ученики 8-10 классов, которые работают в течение месяца на пришкольной территории. Отбор начинается весной, то есть когда весной поступает предложение заключить договор с центром занятости, и тогда информируются все классы, и желающие записываются в трудовую бригаду. Всего в лицее работают 20 сотрудников зеленого хозяйства. Ирина Прибыткова в этом году окончила 9 классов и учебу продолжит уже в техникуме. Но последнее школьное лето она решила провести в трудовой бригаде. Цепляет то, что я могу здесь проявить, так сказать, уют, чтобы дети, когда выходили, смотрели, что здесь все убрано, так чисто. Конечно, есть и наружные, и внутренние. Внутренние мы там протираем пыль. Там в шкафах убираемся. Мы проводим 21 день не впустую. Работаем мы с 10 до 12, то есть 2 часа. Мне очень нравится тут работать. За свои старания молодые люди получат зарплату. Познакомиться с ребятами, посмотреть, как в 4-м лицее проходят работы, заглянул и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Это такой хороший шаг и такая ступенька для своего развития личного в будущем. Поэтому вы большие молодцы. Для проведения работ учреждения выдают весь необходимый инвентарь. При организации трудовой занятости подростков обеспечиваются безопасные и безвредные условия. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.